Здравствуйте, дорогие друзья, зрители портала «Аргументы и факты в Украине». Сегодня у нас в гостях необычные гости. Впервые у нас в гостях такие люди. Заслуженная артистка Украины, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины Наталья Мацак. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. И артист балета, ведущий солист Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко Денис Недак. Здравствуйте. Сразу такие грустные стали, такие были веселые за кадром. Как настроение? Дождик подмочил? Да, мы вот бежали, видите. Бежали, бежали и чуть не потеряли нашу главную героиню. Блин, чуть не убилась по дороге. Так стремилась к вам, что чуть не убилась по дороге. Скользила. А могли не увидеть. Скользила. А могли не дождаться. Только координация помогла валентная, да, так удержаться на плаву. Не, ну талант, это же все. Талант, это же все. Чудесно, вопросов много, все интересуются, много интересных. Так, начнем с таких банальных вопросиков общего развития к обоим артистам. Мы начнем с Талии. Какая ваша любимая книга? Моя? Да, а потом Денис стоит на то же самое вопрос. Вы знаете, будем... я вот так люблю этот вопрос. Я понимаю. Честно. Я тоже люблю его. Вопрос, потому что каждый раз я не знаю вообще, как на него ответить. Нет, ну, вы понимаете, в плане чего, да, как бы... На самом деле, как можно выделить какую-то книгу? То есть, как бы, ну, человек же не может там читать вот одну и ту же книгу, да, всю жизнь. Или это как-то должна эта книга какое-то там такое впечатление произвести, чтобы изменить всю твою жизнь. Ну, то есть, как это надо выделить, что это любимое? По сути, как бы, вот я могу сказать, что ну, в моей жизни я могу читать параллельно, ну, как бы, во-первых, несколько книг, да, они совершенно по разным, как говорится, направлениям, да. Есть работа, есть просто какое-то там саморазвитие, да, есть... Для души. Для души, конечно, есть просто для веселья, что угодно. Вот, и поэтому сказать, какая любимая, ну, наверное... Каждый период, она своя. Хорошо. Последняя книга, которую прочитали? Крайняя книга, которую прочитали? Говорят, парашютисты. Крайняя книга, которую прочитали. Я очень люблю книги по психологии читать. Mm-hmm. Да. Ну, такой ответ, да, который обычно говорят модели. На самом деле, сейчас я начинаю читать книгу про Эдиту Рубинштейн, да? Иду Рубинштейн, потому что у нас сейчас проект во Франции будет, и как бы, еще не определились, буду я в нем участвовать или нет, но на самом деле у меня возникло такое большое желание прочитать об этом как бы, человеке, потому что такая нестандартная жизнь, это не совсем... Личность нестандартная. А? Личность нестандартная. Да, очень разносторонняя. И вот мне кажется, что... Для меня это будет очень интересно, потому что это не как бы, ну, не специализировано на балете, да, это очень такой разносторонний человек, и мне кажется, что я найду очень много очень интересного для себя и для своей личности. Спасибо. Денис. Я согласен полностью с Натальей. Это за свое. Ну, что правильно сказала все. Нет любимых, как бы так. Каждый период жизни есть своя. Могу сказать крайнюю. Я прочитал на разных гастролях «Жизнь». Гидео Мапасана. Mm-hmm. Я люблю больше классики. Психологией не увлекаюсь. Ну, психологией надо увлекаться, у нас же неуравновешенная профессия, мы должны увлекаться психологией. Для того, чтобы выжить в ней психологически. Хорошо, следующий вопрос. Что вам больше всего нравится в вашей профессии? Такой тоже общий вопрос. Каждому из вас нравится больше всего в вашей профессии? Наверное, выход на сцену. Да? Ощущение адреналина какого-то, эйфории. Вот, тут Ниса эйфорию, Наталья кататься. Нет, я очень просто люблю нашу работу за то, что вот ты постоянно куда-то едешь, ты все время видишь новые страны, новых людей. Конечно, у тебя порой бывает стресс, потому что, вот, допустим, мы там пробыли сейчас 2,5 месяца во Франции, да, ты приезжаешь, и тебе многое не нравится здесь, да, ты начинаешь к ним привыкать. Но в этом плане, как бы, есть свой плюс, потому что ты как бы, внедряешься в чужую культуру, и ты как бы, становишься более таким разносторонним, да.
Развиваешься. Да, очень много людей интересных, очень много красивых мест, которые совершенно просто безумно потом тебя вдохновляют в твоей работе. Мне кажется, сидя вот в офисе, я бы не смогла вообще просто выжить. Потому что это все-таки такой более однообразный образ жизни. А у нас все время какие-то перемены, у нас не бывает одинаково. Даже спектакли разные. Да, из-за этого у нас спектакли, ты все вот танцуешь там, ну как бы есть же репертуар, да? Нельзя танцевать «Единое озеро» одинаково. Угу. Представьте, у нас 34 спектакля было сейчас во Франции. Сейчас вернемся к Франции. Вы уже подвели меня к Франции, подвели уже все, подвели меня. У нас в репертуаре есть спектакли, которые вот мы все время танцуем. Они повторяются. И да, многие артисты танцуют их одинаково всю жизнь. Есть такие артисты. С такими очень скучно танцевать. Ну такие есть. Робот Вертер. Своя психика, да. А мы всегда танцуем по-разному, из-за этого мы столько лет работаем вместе. Мы никогда не знаем, что будет на сцене, да, исполнять. Ну, это в рамках профессионализма, конечно, но всегда интересно. Спасибо. Давайте поговорим о Франции, о туре по Франции. Чем отличался? Что это был за тур? Это был самый большой тур в нашей жизни. В карьере, да. Серьезно. В Европе. На данный момент, я надеюсь. И у нас было еще в Японию мы ездили на 2 месяца. Ну это мы ездили с театром, да, это были театральные гастроли большие, и несколько другая ситуация была, правда, как-то не так. И по настроению другая, да? Во-первых, это все свои едут, это вот все, вот кто здесь был, вот они все выехали. А там все другое, ничего не изменилось. Другие люди, другие знакомства, другие эмоции. Мы же только вдвоем, а в основном все остальные люди, они чужие, да? Или ты когда-то с ними пересекался, допустим, в других там коллективах, на гастролях, в других там театрах. И вот они все здесь собираются. У нас был оркестр был из Венгрии, дирижер был из Санкт-Петербурга, балет из Уфы, солисты часть из Белоруссии, часть из Киева. Солянка такая. Солянка вообще, да. И это очень так интересно. Хорошо, какие города посетили, что показывали Франции? Показывали Лебединое озеро. Лебединое озеро. 34 раза. 34 раза. Мы показывали 34 раза, показывали другая Франция. Очень много было спектаклей. Практически каждый день, получается, 6 дней в неделю, да, и один выходной. Ну, звучит безумно, честно. Да. И на самом деле. Города мы вначале запоминали, а потом уже без разницы. Кто в каком городе, какой город, приехали, отработали, уехали. Ты не понимаешь, где ты просыпаешься на самом деле. Единственное, что ты знаешь, что ты во Франции. Это хотя бы так упрощается. Париже в крупных городах. Париже были. Париж, да. Ну, практически, можно сказать, всю Францию объездили. Потому что только в Париже у нас повторяли спектакли, 3 раза мы возвращались в Париж, и потому что это очень такие престижные площадки, да, очень. Все остальные сцены практически каждый день менялись, и все время что-то было новое. Каждый день новый город. Да, и это очень, конечно. Новые ощущения. Кружит тебя к концу гастролей так, что ты уже не понимаешь, кто ты, где ты. Ты только знаешь, что тебе надо выйти, вот. 8:30 и станцевать спектакль «Лебединое озеро» — это единственное. А потом лечь. А потом лечь в автобусе. Усталость накопилась? Очень, да. Ну вот была такая вот раньше усталость, такая вот эмоциональная, наверное, усталость, физическая усталость? Это же было... Это две разные усталости. Вот здесь есть плюс, да, в том, что как бы эмоционально мы так очень отдохнули. Из-за общения разного, очень были все такие позитивные люди с каким-то постоянным драйвом. И даже если ты там что-то там приуныл, у тебя просто шансов не было. Да, тебя вытащат, и ты будешь все равно со всеми. В этом плане было здорово, но, конечно, наверное, когда домой возвращаешься, это все догоняет, и ты понимаешь. Закончилось. Как бы закончилось, да, все так расслабляется невольно, и ты понимаешь, что ты просто дико устал, тебе нужно только на море ехать, а тебе еще на сезон заканчивать. Сезон очень закончен, получается, то есть вы еще 2 месяца будете ждать моря. Да.
Хорошо, разобрались с Францией, тогда еще раз не раз вернемся к ней. Тут же вопрос к вам обоим. Чем помимо балета вы увлекаетесь? Увлечение кроме балета. Чем? Балет занимает столько времени. Это вот хобби, наверное, да, какое-то? Да, хобби, увлечение. Да. Хобби. У артиста балета нет хобби. Мне кажется, нет хобби. Расстроен зрителей. Нет хобби вообще. Ну, понимаете, в чем дело? Мы уже не сидим в офисе. А вот мы как-то рассуждали на эту тему. Хобби для тех людей, мне кажется, придумали вот само название, кто сидит и все время имеет такую вот скучную работу. Ну, как бы, скучно в каком плане? Она ежедневно как бы не меняется, да? Вот каждый день человек приходит в офис, у него там график, у него нормированная работа, он так все, значит, выполняет свою задачу одну и ту же. А у нас такого нет. У нас все время какие-то разные спектакли, у нас все время разные задачи, потому что спектакль — это не просто там название, а он несет за собой очень такую большую нагрузку физическую, эмоциональную, и разносторонне надо много чего там. Да, как бы даже спектакль, который ты танцевал, для того, чтобы. Да, если это профессионально, ты должен его пересмотреть, ты должен выйти танцевать его уже по-другому, потому что это твой уровень профессиональный. Ты должен что-то изменить для того, чтобы к тебе не теряли интерес. А для этого надо и понимать много литературы, и многое что смотреть, и как бы, ну, чтобы создать что-то свое, ты должен очень много накопить. Вот, и поэтому мне кажется, что вообще вот хобби там, а тем более, что нам же нельзя не на лыжах кататься, как видим. Ну да. Я не раз прокатилась, да, нельзя. Скользить нельзя. Скользить нельзя, на коньках нельзя, вообще ни на чем ничего нельзя, понимаете? Можно плавать. Плавать. Да, недалеко тоже. Духовые инструменты. Духовые инструменты. Думаю, что все хобби начнутся на пенсии. Да, да. На это будет больше времени, наверное, потому что сейчас на это просто нет времени. У нас, я как-то тоже говорю, у нас хобби поспать, понимаете? Потому что у нас графики такие, что вот единственное, на что не хватает времени, это поспать. Нормально. Мы вас поняли. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос Денису. Насколько сложно совмещать работу и воспитание детей? Сложно. Сложно даже взять период, когда я сейчас 2 месяца пропустил. Я очень много пропускаю, и для меня это тяжело. Что мои дети растут без меня. Но стараюсь все время свободное, и на хобби не остается времени. Работа, дети, работа, дети. То есть были в гастролях, общались каждый день, там пускай? Да, каждый день. Детей не забывали, дети папу видели? Нет, они мне пишут письма, они мне открытки, фотографии вырезают, кладут в чемодан, пока я не вижу, я приезжаю на гастроль, открываю чемодан, а там сюрприз. И они всегда ждут меня, готовят какие-то сюрпризы. Супер, супер мило. Еще вопрос Денису. Вы когда-нибудь думали о смене профессии, учитывая то, как сложно работать в балете? Вопрос такой от Андрея. Нет, нет. Как-то у меня пошло, работал, и думаю, никогда не задумывался о том, чем бы я мог еще заниматься. Я любил балет и свою профессию. И я рад. Чудесно. Любил. Он подумал, что я бы не посоветовал бы им. Вот там все артисты балета говорят, я не понимаю, почему, честно говоря. Ну это же тяжело. Конечно, тяжело, что легко, все тяжело, правильно? Любая Конечно. Профессия заниматься непрофессионально, она тяжелая. Да. Вот. А зато есть свои плюсы. Конечно, ну, есть минусы, то, что не хватает времени на многое другое, что приходится потом. Конечно, когда многие выходят на пенсию, они как уйти не могут, потому что им некуда идти, да, это проблема. Особенно в нашей стране, у нас же так варианта нет, куда уйти. Ну, в плане творчества. У нас нет таких вот веток. Какие вот есть ниши вот просто на пенсии? А по сути вообще очень мало, потому что это ты можешь пойти педагогом, а педагогом, даже если ты был звезда, как танцовщик, это не значит, что ты будешь хорошим педагогом. Да. А это все-таки ответственность, потому что ты отвечаешь за будущее, за судьбу человека, которого ты как бы ставишь, да, на эти рельсы. И ты можешь ему ли переломать всю жизнь, а не профессионализм своим. Или дать ему как бы такой билет. А балетмейстерам тоже крайне там единицы, да, там, потому что один из 100,
нужен талант еще вырваться надо. Да, и по сути, ну хорошо, можно сделать свою школу, в которых тоже, в принципе, это нужно на самом деле все развивать, потому что, вот мне кажется, в Европе это как-то более так развито. Во-вторых, артисты на пенсии, у них переходят на более такой, как бы, на современную хореографию. Да, они тоже. То есть это как бы пенсия. Пенсия как факт, что тебе дали, ну, ты закончил танцевать классику. Конечно, классику танцевать очень, очень тяжело, и классика, она больше для молодых, потому что это очень силовое такое. Да. А современная хореография, в которой люди будут выглядеть еще очень хорошо, и молодые, они очень интересные. Они могут что-то передать, потому что они опытные, да, они очень, люди. Они могут выражать, они понимают уже совершенно по-другому это все. У нас этого очень мало. Конечно, многие артисты, мне кажется, они становятся перед таким вот какой-то вообще безвыходным. Вот, карьера закончилась. Да, и бешеный темп, потом раз. Да. И куда бежать? Как бы сейчас, мне кажется, артисты уже просто начинают думать заранее, думать, о чем они будут заниматься, потому что понимают, что о них никто не будет заботиться. А раньше как-то больше, мне кажется, заботились и обеспечивали артистов, да. Государство помогает. Государство очень участвовало, очень сильно. А сейчас артисты все-таки сами более по себе, и они должны понимать, что там. А тем более это же такой травматичный вид искусства, который сегодня ты и есть, а вот так вот раз не дошел. Не дошел, поскользнулся. И до свидания, да. Да. Что бы мы делали здесь с Денисом? Вопрос Натальи. Вы когда-нибудь хотели сняться в кино? Да, очень хотела. Были у меня что когда... хотела, даже хочешь? Хочу. Хочу, конечно. Я бы вот сейчас бы ушла вот из балета, пошла бы в кино. В каком жанре хотели бы сниматься? Ну, я еще не снималась, чтобы не сниматься. Нет, мы мечтаем же. Мечтаем, да? Ну, мне, конечно, были бы ближе, наверное, более какие-то исторические фильмы. Исторические? Да, Анну Каренину. Нормально сняли. Царевну не смея. Нет, это перебор. Ну, такое аббат, что-то. Куда аббат? Очень красивый. Ну, в фильме, в котором можно, в каком-то серьезном фильме, в котором нужно поработать над собой, над своим актерским. Драматическая роль такая. Да, вот что-то такое драматическое, чтобы была какая-то задача такая непосильная перед тобой. Серьезно, но чтобы можно было очень интересно было в себе что-то открыть, что-то там найти новое, какие-то актерские способности, потому что все равно у нас-то в балете, знаете, нас вынимают кто-то более, кто-то менее эмоционален, но кино это другое, это меньше тех эмоций, не такие эмоции, как у нас, да? Они нас... другие. Они другие, они более такие как бы спокойно пастельные, но в тот же момент там имеет значение любой взгляд, да, какое. У нас со сцены, знаете, порой вообще никто не видит вообще, кто это. Ну, да, шестого ряда вообще не видно. У нас такое еще освещение бывает, что люди на портере не понимают вообще, кто на сцене стоит. И там ты... Я посмотрела спектакли очень мало, таких, в которых ты можешь выразить. Выразить, да. В классике, знаете, что можно выразить? В классике ты... Вы движением выражаете эмоции. Телом выражаете. Телом, да, движением, телом. Там вот улыбаться. Не лицом работаете. Ну, это... Но все равно эмоции какие-то. Это дополнение. Дополнение. Но работать одним лицом, это будет смешно. Потому что если как бы на это есть движение, ты должен телом выражать. А телом не будешь выражать, будет очень круто выглядеть, конечно. Весело. Спасибо. Следующий вопрос такой вот. Расскажите, пожалуйста, Наталья, расскажите, пожалуйста, историю того, как родители наставили вас на балетную карьеру. Наставили. Ну, наставили. У меня просто мама танцевала. Народные, правда, танцы. А когда я родилась, папа сразу сказал, это моя балерина. Это папа решил, да? И они потом меня отдавали, как всех девочек. Танцевали. А потом педагог... Я была самая маленькая в ансамбле, кстати, куда меня отдали. Мне было 4 годика, а все были взрослые, я всегда стояла в первой линии, потому что, наверное, не затоптали, я так думаю. И педагог сказала, что нужно отдавать в хореографическое училище. Так меня отдали.
А потом мама очень долго просила, чтобы я ушла. Почему так? Да как-то мне было скучно, грустно. И я после того, как я привыкла танцевать с детства, в платье красивом, да, в костюмах. Все, а здесь ты стоишь, и там что-то возле этого станка, вообще тебя ругают все время, надо ноги выворачивать, измываться все время над своим организмом, и все время какие-то претензии к тебе, и ты не понимаешь, а где же та радость, к которой ты привык, ты ничего не получаешь взамен. Вот, это для детской психики очень сложно, конечно, как-то так решить, но все равно уже все. Решила, нет, не пойду, буду балериной. Все равно буду. Денис, как вы попали в балет? Я вообще случайно. Я все время танцевал в детстве. Танцевали в детстве? Только музыка заиграла, а я... Народные танцы, да? Нет, я все, что лепил. Современно больше. А он сейчас танцует, знаете, вот эту музыку включите, вот так. Сейчас, да? И мама увидела, не танцует, ну что энергию дома. Нужное русло, да? Мне тоже так, концертмейстер, кажется, играл в каком-то кружке. Мальчики способные. Давай в балетную школу. Ну там я пыхтел, да пыхтелся. То есть, ну, вклад родителей, он самый важный. В постановке людей, которые пришли в балет. А и такой вопрос, что Андрея, в каких соцсетях можно узнавать о ваших выступлениях? В Фейсбуке, наверное, да? Да, у Натальи есть Фейсбук. Я пассивный пользователь. Нет, на самом деле, вот, мне кажется, на сайте театра там пишут. Иногда. Иногда. Да, там бывает. Там просто могут быть замены какие-то, может быть, не всегда успевают вовремя заменить, потому что все-таки казусы всякие случаются, и травмы, и... А просто если меняют, там, допустим, партнершу или партнера, то меняется уже весь состав, скорее всего, потому что все-таки есть какие-то такие, скажем, привычные уже. Сработавшиеся, да, пары, особенно когда остается мало дней, конечно, только так это можно, для того, чтобы спектакль прошел качественно. Поэтому, конечно, на сайте и иногда вот мы в Фейсбуке на страничках своих анонсируете. Да, бросаем. Просто это не так часто бывает. Что мы танцуем в Киеве, поэтому... Спасибо большое. Вопрос от Ирины. Что вам помогает в создании образа на сцене? Расскажи. Мне? Поделитесь с нами, да. Послушай. Все? А что ты не знаешь? Я очень наблюдательный человек, я люблю наблюдать. И это мне, я думаю, мне помогает в образах, в которых я буду персонажем. Я даже и в метро, когда езжу, я всегда смотрю на людей, кто как реагирует, кто как видео, там, влюбленные парочки или кто ругается. Все равно это психоанализ, всегда в каждой роли. Еще и психолог. Психолог, да. Ну, нет, читает книги по психологии. А я подглядываю. Да. А вам, Наталья, что помогает? Вы знаете, это, мне кажется, вот... Я смотрю, даже вот если назад посмотреть на свою карьеру, да, на развитие себя, то понимаешь, что спектакли, ну, есть спектакли, которые танцуешь часто, есть спектакли, которые танцуешь как бы реже, и когда ты уже к ним подходишь, ты понимаешь, что вот то, что ты танцевал в прошлый раз, даже смотришь на себя на записи и понимаешь, а почему ты так сделал, да, почему здесь вот такая реакция. Оно же должно быть внутри гармонично, и так как ты все равно, ты живешь, ты развиваешься, в твоей жизни что-то происходит, какие-то хорошие моменты и плохие, это все отражается на тебе, на твоих взглядах, на твоих, как бы, на твоих реакциях. Там, раньше, допустим, ты там был какой-то более, скажем, эмоционально таким, скажем, неконтролируемым, да, когда ты становишься старше, ты становишься какой-то более таким спокойным, уже продуманным, и это все отражается на партиях. Вот, поэтому, на самом деле, для меня самое важное в моих спектаклях, чтобы я сама себе верила, для того, чтобы я была гармоничная,
чтобы зритель мне верил, я должна быть, комфортно мне должно быть, я должна на сцене ощущать себя не как на сцене, а вот как в жизни, очень как бы естественным образом. И для этого, конечно, очень много приходится, да, может быть, и за кем-то наблюдать, да, как бы за людьми, как они себя ведут. Что-то смотреть, иногда даже фильмы какие-то смотреть, если это касается какой-то эпохи, потому что ты сейчас этого не можешь найти, да, иногда нужно почитать, что-то посмотреть, потому что так как люди тогда себя вели, сейчас так себя не ведут. И для того, чтобы спектакли не были одинаковыми, потому что мне кажется, что в наше время такая есть опасность, то, что люди меняют костюмы, меняется музыка, как бы спектакль вроде бы поменялся, а артисты остались такие же, с такими же абсолютно и манерами, и смыслом, и ничего не изменилось. Это, конечно, очень сильно, спектакль от этого очень сильно страдает. Зрители страдают. А зрители, да, они не... Знаете, многие артисты, кстати, думают, что если они что-то поубирали, что-то не дочитали, что-то не досмотрели, недоразбирали в спектакле, вот красиво нарядилась платьечко или там костюмчик, да, все, чтобы все сидело красиво, накрасилась, пошла, потанцевала, вроде бы все сделала, а что-то не то. А зритель не знает текста, он не знает порядка, он не знает технических особенностей, возможно, человек пришел первый раз, но спектакль не работает. Вот человек не воспринимает, потому что балетмейстер каждый, вносит очень много всяких психологических, эмоциональных моментов в свою хореографию, музыкальность, да, акценты. Это очень важно, это очень работает на зрителя, на его психику, на его восприятие. А так вроде бы все было красиво, нарядно, ничего не произошло. Вот так очень часто бывает, да. Не было эмоций, всплеск каких-то вот. Да, это не потому, что надо там, знаете, рвать кулисы, бегать там, висеть на потолке, нет. Ну, тяжело все равно найти вот эти вот точки, вот эти вот. Иногда человек ничего не делает, стоит на сцене, просто смотрит в зал, а у всех озноб. Всегда. Это самое такое сложное, да, вот эти паузы, в этом-то и профессионализм есть, чтобы... Человек сам этот спектакль, вот знаете, у нас же много артистов, и мы все танцуем по-разному. И каждый, вот, допустим, один станцует спектакль, приходишь, смотришь на этот спектакль, думаешь, я бы не хотела его танцевать. А потом через какое-то время смотришь на кого-то другого и думаешь, как я мог этого не увидеть, насколько грамотно сделано, и насколько вообще роль преподнесена, что это совершенно, это все другое, это настолько все заиграло. Это, конечно, талант. И вот к этому всегда хочется стремиться. А просто тоже, кроме боя, а вы вот самокритичные люди? Вот вы себя критикуете после пройденных спектаклей, и вот пересматривая, вот я бы сделал бы лучше здесь. Есть такой момент? Да. К сожалению, да. Иногда хочется от этого избавиться, но... Иногда это нехорошо. Знаете, так вот как ни странно, иногда, мне кажется, да, это нехорошо. Потому что ты себя грызешь, да, вот это вот такая, ты это, себе сомневаешься, червячок сомнения. Ты смотришь на людей, а они вообще себе не сомневаются, они ходят. И немножко, мне кажется, даже это как бы не очень плохо для нас, потому что мы из этих сомнений, это какой-то такой внутри страх, дискомфорт, ты выходишь на сцену, и это тебе потом мешает преодолеть что-то, да, выразить. Но с другой стороны, это но, с другой стороны, развиваем все. Правильно, потому что ты всегда собой недоволен. Всегда. А потом возьмите, послушайте, не, ну вроде бы было ничего. А потом слушаешь через месяц, да? Денис приходит. И видела? Я это видел. Ужас. Ты это видел? Ух. Придем к следующему вопросу. Вопрос от Владимира. Добрый день, Наталья, Денис. Готовите ли вы новые партии в Ноу? Мы с нами вот хотели билеты. Будете ли вы танцевать «Снежной королевой» и какие планы на следующий сезон? No. No. «Снежной королевой» танцевать не буду, так как у нас очень был плотный график в этом сезоне, и мы попадали на постановочные репетиции. Там есть не менее талантливые артисты. Какие новые партии будете? Какие будут новые проекты в новом сезоне? Еще этот не закончили, прошу, по новой. Вот. Спешат люди, спешат куда-то. Проекты будут. Проекты будут, но пока не хотим говорить, потому что это немножко всегда
всем расскажешь, потом ничего не происходит. Все все помешали, все сделали, что не было. Бывает, да, когда вот все меняется? Да. В один момент. Да. Ну, никому ничего не рассказывают. Перед фактом всех надо ставить. Хорошо. Мы думаем об этом, мы думаем, и мы на самом деле надеемся, что все у нас получится. Это просто не все зависит от нас, как бы от наших желаний. Есть очень много всяких нюансов организовать это все. Но мы же думаем и работаем. Да. Если я каждый раз думал, есть забабоны у артистов балета? Перепутали на сцену, да? Какие-то вот есть такие вот интересные? Есть. У каждого свои. У каждого свои, да? Поделитесь с нами, какие у вас забабоны. Расскажи, что ты делаешь? Я? Ничего. Ложится на сцену, лежит. Нет, у каждого были артисты, я знаю, которые приходили перед спектаклем и ложились в позе звезды. Я звезда? Да, в Большом театре. Кто-то целует пол. Ну, кто-то там должен сделать вот такие вот телодвижения. Друга, как у него... Денис, сейчас люди неправильно поймут, а еще что ты делаешь? Не, ну порядок должен быть. Кто-то поробит, да? Да, да. Я должен сегодня выпить там, поесть макарон, выпить кофе. Да? Практически у всех, наверное, кстати, у артистов. Потому что легко усваивается. Макароны легко усваиваются, паста раз. Нет, просто есть, так, наверное, у каждого артиста как бы свой набор подготовки. То есть ты понимаешь, что для того, чтобы ты был спокоен, собран, чтобы тебя никто ничего не отвлекало, ты должен провести день определенным образом, какое-то время. Хотя, конечно, на гастролях все равно это все сокращается. Монтаж. Да. И у тебя там перед спектаклем вот есть там 2 часа, все, ты входишь в такое одинокое состояние, и тебе нужно разогреться правильно, потому что каждый спектакль требует своих там разогретых мышц. Ты должен быть психологически правильно настроен, это тебе нужно себя как-то так, да, настроить, там, кто музыку слушает, наверное, Ты должен с кем-то поругаться. Да, есть такие дела. Да, есть артисты, которые выплеснут эмоции, и все идеально. Нервы трепет кому-то. Ты мой мальчик, не поругаться. Просто устраивают шабаш. Ну, кстати, у меня такое раньше тоже было. Да? Нет, я не... Ругались перед выходом? Не перед выходом, за день. Последняя репетиция. Обычно не самые нервные. Это ты начинаешь... У тебя просто... Это, наверное, от уровня ответственности зависит. Есть люди, которым все равно, а есть вот когда ты настолько переживаешь, у тебя у самого стресс настолько, что ты что-то не успеешь доделать, что ты выйдешь и сможешь сделать так, как ты вот себе это уже видишь. И кто-то там, партнер, все виноваты потом, да? Вот на репетиции начинается просто... О, свет, музыка. Все, разнос такой. Ну, то спектакль очень хорошо проходит. Но это не потому, что это правильно. Просто особенно, когда ты, мне кажется, младше, у тебя вообще бесконтрольность такая. Выплески адреналина и все остальное. Такой максимализм, да, работает. Спасибо. Следующий вопрос. Александра спрашивает. Какой самый курьезный случай случался с вами на сцене? Пока гости думают. Ну, их очень много просто, на самом деле. Много было курьезных? Ну, какой-то вот такой... Постоянно происходит, мне кажется. Запомнившийся. Не с нами, так с кем-то другим при нас. Поделитесь, пожалуйста, с нами. Костюмы рвутся на сцене. Ну, это такой, ну это же... Ну, это да. Курьез. Хотим курьеза, интригу. Ну, курьез в каком смысле? Мы и падали на сцене, и... А ты, слушай, Жизель вспомнил свою. Да. Денис, был очень смешной случай. Он на самом деле был жуткий, честно. С профессиональной точки зрения и со стороны спектакля, как бы обстановки спектакля, это жуткая ситуация для артиста. Вернуться в спектакль. Я выхожу грустный. Ты расскажи на балете, как Жизель. Балете Жизель. Граф Альберт идет на могилу своей любимой. Выходит друг, должен меня увезти из кладбища. И он зашел, споткнулся, меня потащил на пол. Ну это жутко. Они вдвоем упали? Мы вдвоем упали, лежим, два мужика лежат на сцене. Он убежал, ему хорошо, а мне-то дальше работать. Смотрите, лежа, вставать и работать. Вы
Ну, декорации не срабатывают. Так бывает, падают. И занавес может не открыться вовремя, и закрыться раньше времени, или там, не знаю, когда... Ну, вот много чего бывает, и костюмы рвутся, вот выходишь на фуэте, допустим, я как-то выходила тоже в черном, под ДД в Лебедином озере, и у меня, пока я шла, у меня за задник зацепилась вот моя пачка, покрышка, и оторвалась вот так по пачке вообще, я иду, у меня так висит просто там все. Веера падают. Веера, да, мы сейчас были в Риге, у меня выпал веер прямо на вариации, я так стою, смотрю во время вариации, и даже у меня, знаете, такой, а что мне делать? А у меня сейчас вся вариация впереди. Тут очень много таких нюансов. Жизнь весела, особенно в танце. Вопрос такой, даже не вопрос, а благодарность. Софи, большая благодарность вам за спектакль «Лебединое озеро», которого вы танцевали в моем родном Днепропетровске летом прошлого года. Ждем вас снова у нас. Вопрос двоим. Какие у вас самые любимые партии и спектакли, которые вы с трепетом репетируете и ждете, чтобы снова выйти в этом образе на сцену? Самый любимый, наверное, у всех артистов балет Альбер Шизель из классического, да. И Салор Пайверки. А потому что, мне кажется, такие спектакли вроде бы классика, но в тот же момент очень драматические. Драматически, да, ты проживаешь какую-то жизнь за этот спектакль. Ну, я очень люблю Шизель. Мне кажется, просто в этом сезоне как-то так сложилось, что многие партии стали такими долгожданными, потому что мы все время танцевали практически одно и то же. Как-то так получился такой сезон. Мы очень много станцевали лебединых, мы очень много станцевали щелкунчиков. И был один раз мы станцевали Жизель всего лишь за сезон. Да. Жизель, кстати, такой бывает спектакль, что мы можем 2 года его не танцевать. Это же так бывает. Конечно, ты соскучился, ты уже выходишь на спектакль, как чуть ли не учишь его заново. И Байдерки в этом году, по-моему, даже не было. Или была? В театре не было. В театре, мне кажется, не было, да. Они танцевали. И ну, такие спектакли, которые действительно ты очень любишь, они очень красивые, и мне кажется, они должны идти как-то чаще. Поэтому... Знаете, образы все сезон, любимые. Когда такой сезон складывается, ты в любом случае уже там соскучился и за тем спектаклем, и за тем, потому что очень долгое время его не было. А эти вроде бы, кажется, лебедины, с тобой танцевали, тебе уже должно надоесть. А у меня сейчас опять лебединое, вот в Киеве, да, я танцую 2 числа, опять лебединое озеро. Мне кажется, тебе неплохо. Я говорю, вы знаете, это удивительно, но это первые гастроли, после которых мне не надоело лебединое озеро, несмотря на то, что столько я его еще не танцевала. Да, с такими гастролями у вас в этом году. Не знаю, уже сезон закончился. Да? 3 раза выехал, сезон закончился. Ой, так чудесно с вами поговорили, и время подходит к концу. От вас пожелания вашим зрителям, нашим зрителям, читателям, вообще жителям Украины. Приходите в театр, ходите в театр. Так грустно об этом говоришь, что никто не пойдет. Да? Говори сильнее. Приходите в театр. Ну, хочется, чтобы люди развивались культурно. Хочется, чтобы больше внимания уделялось театру, балету в том числе. Ну, потому что это все-таки культура, это лицо страны. Неважно, это классический балет, или это драма, или это оперетта, уже каждый сам находит, что ему больше нравится, но люди должны интересоваться, мне кажется, и разбираться, потому что, несмотря на свою, как бы, такую очень, скажем, закрытую профессию, мы же тоже, как бы, пытаемся интересоваться, да, социумом. Это нормально, потому что это, как бы, украшение, мне кажется, народа, вот, все, как бы, и песни, и балет, и это должно быть на очень высоком уровне и должно поддерживаться. Для того, чтобы это было, люди должны этим интересоваться, должны ходить, участвовать, да, проявлять свою какую-то заинтересованность, тогда это будет более как-то активно и более широко для масс, и, ну, люди будут, мне кажется, как-то культурнее, чище. Красивее внутри. Красивее, конечно. Безусловно. Я, знаете, я вот считаю, что
раньше было правильно, и солдат учили играть на пианино не для того, чтобы они на войне играли, а для того, чтобы у них было вот развито разносторонняя психика, они тогда действительно во многих ситуациях будут себя вести более как бы порядочно, мне кажется, и более искренне, а не так преследовать только свои узкие интересы во всем. Это культура страны, она должна быть на высшем уровне. Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам. Спасибо вам. Всем спасибо. До свидания.